Те, кто не работает в нашей компании, есть, да? Пожалуйста, руку поднимите. Вам, наверное, странно, что так все начинается. Я и вызвал, и радуюсь. Как дети. Доброе утро! Доброе утро! Гости, я обращаюсь к тем, кого пригласили в качестве гостя. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы нормально. Ну, в общем, Библия говорит, радуйся и за все благодари. Меня зовут Олег, моя фамилия Пермяков, мне 68 лет. Я в прошлом офицер. Я работаю 3,5 года. Ну, 3, с 1 августа 14 года, 3 с небольшим годом. А до этого я занимался разными бизнесами и служил на флоте, и опыт мой говорит очень важную вещь. Вот я хотел сейчас, перед тем, как у нас начнутся наши события здесь, я думаю, они будут очень важными для многих людей, и информация, которая будет здесь звучать, и истории, и свидетельства, которые вы услышите, все это исключительно важно, обращаясь сейчас к гостям, для вашей жизни, для вашего будущего. В жизни бывают такие случаи, когда шанс появляется. Там говорят, тук-тук, это кто? Это я, твой шанс. Врешь, шанс сделает так. Один раз. Один раз в жизни бывают случаи, когда ты сталкиваешься с людьми, со словами, которые они говорят, которые могут в последующем всю твою жизнь кардинальным образом изменить. Очень быстро. Очень быстро. Я лично знаю путь, как за год из бедного, нищего человека превратиться в богача. Честным, легальным и красивым, комфортным способом. Настоящим. Мы все живем, к сожалению, в этом мире, и этот мир неправильный. Экономика этого мира направлена против людей. Все поставлено с ног на голову. Не люди для экономики, а экономика для людей. Горстка богачей владеет всем. Остальные люди тяжело, надсадно трудятся, чтобы просто прокормиться. Я часто спрашиваю людей, ты хозяин своей жизни? Вот так вообще. Я вчера приехал в отель Роум Плаза. Вечером пошел гулять, а напротив отеля магазин Армани. Я зашел туда и там примерял всякие шмотки, и потом говорю, ну ладно, давай я вот это пальто куплю. Парень такой смелый и подготовленный говорит, 1450 рублей. Я столько это долларов. Ну там 800 долларов. Я говорю, ну давай, пожалуй, я возьму. И потом разговариваешь, он смотрит на меня такими глазами, человек, который что-то может. Потом он мне предлагает пиджак. Он стоит 1550 рублей. Я говорю, а сколько это? Он говорит, ну еще больше. И вот мы с ним разговариваем, я говорю, слушай, а ты что у тебя вступили? Никого нет, времени, вещи уже заканчивают. Я говорю, а ты вообще скажи, вот ты хозяин своей жизни? Он говорит, ну а хочешь? В итоге такой симпатичный парень. Я говорю, а сколько тебе? 26. Я говорю, ну ты вот владеешь своей жизнью? Ну как же, а кто же ее владеет? Я говорю, слушай, я завтра в Панаму хочу взлетать на неделю. Ты был в Панаме? Там, говорят, круто сейчас, возле канала. Полетели. Бизнес-класс возьмем и взлетаем на недельку. А там видно будет, может, потом в Бразилию еще махнем. Он говорит, нет, ну я не могу. Я говорю, почему? Ну меня с работы не пустят. Я говорю, ну понятно. А деньги-то у тебя есть на бизнес-класс? Покушать-то все. Нет, с деньгами тоже напряжен. Я же просто продавец. Вы что думаете, я тут хозяин, что ли? Я говорю, да я не думаю, что ты хозяин. Я думаю, что ты не хозяин магазина. Ты даже не хозяин своей собственной жизни, к сожалению. Теперь вот тебе сейчас 26. А когда будет 36, ты будешь опытный продавец в этом магазине. Тебя будут ценить и держать. Добавят тебе 10 рублей зарплаты. Но ты будешь по-прежнему без квартиры, без жилья, брат. Ты будешь стараться продавать, ты можешь научиться продавать так, что твои хозяева обогатятся.
Но ты прав, тебя имеют, тебя используют, тебе платят со всеми те деньги, которых ты достоин. Ты будешь нищим всегда. Ты извини меня, пожалуйста, если ты ничего не изменишь сейчас. Не-не, я что-нибудь придумаю. Или а что ты можешь придумать? Ну что ты можешь придумать? Вот я тебе сейчас скажу. Я знаю бизнес-модели. Вот я недавно предложение такое получил. Олег Григорьевич, мы предлагаем, мы знаем, вы человек состоятельный, мы предлагаем вам начать с нами бизнес. Система автомоек. Две, вот послушайте, что они там говорят. Две, два места. Автоматическая мойка и ручная. Технику возьмем БУ. Инвестиции 12 тысяч евро. Плюс аренда, плюс оформление документации, плюс персонал, плюс расходы материала, плюс санитарные книжки персонал, плюс пенсионный фонд, плюс налоги, плюс регистрация. Мы поможем вам зарегистрироваться за месяц. Окупаемость 3,46 года. 3,5 года окупаемость. Я говорю, а риски? Ну, отжать могут, да. Вы слушали, что я сейчас сказал? 3,5 года, 12 тысяч евро надо заплатить за бэушные, значит, вот эти всякие мойки, и потом работать 24/7/365. 24 часа, 7 дней в неделю, 365. Тебя будут обманывать. Вот и возможность бизнеса. И так везде. Если даже люди находят возможность зарабатывать много денег, то у них нет главных элементов свободы. Вот этот парень спрашивает, а как это свободный тогда? Ну, деньги понятно. Я говорю, свободный человек это тот, у которого есть деньги, и он о них не думает. Сколько там что стоит? Есть деньги, он научился их зарабатывать. Раз. Это свободный человек тот, который может позволить себе делать то, что он хочет. Хочет с сыном покататься. На самом деле, полетели в Альпы летом или там куда-то. Хочет жену отвезти куда-нибудь в Милан, по магазинам прошвырнуться. Сели в самолет, полетели. И тебя никто не говорит, спросил разрешение. А ты уедешь, а у тебя бизнес там. Ты свободный человек. И третье, у тебя должно быть здоровье. И самочувствие, чтобы ты куда-то полетел. Если тебе с тобой клетку таскать надо, и песочек струится из тебя, и тебя всегда опознают, где ты находишься, понимаете? То лучше не ехать. Итак, деньги, свободное время и здоровье. И тогда ты можешь делать то, что ты хочешь. Тогда, как хочешь, где хочешь и тогда, когда хочешь. Кто хочет быть хозяином своей жизни? Значит, нужно искать такое место, где это можно получить? Потому что люди ищут деньги заработать в шахте. И теряют там не только здоровье, а жизнь. На рыболовецком каком-нибудь трауре в Норвежском море где-нибудь там пикшу ловить, рискуя жизнью. Или где-нибудь на морозе на рынке стоять колготками торговать с девчиками. Понимаешь ты, надрывает. Мне одна рассказывала женщина, говорит, я продаю масло, у меня бизнес, я продаю растительное масло на рынке зимой. Меня, говорит, одевает как скафандр. Самая главная проблема – это почки. Потому что, чтобы попизить, разоблачиться лень. Невозможно, негде. Поэтому целый день стоишь на морозе с маслом, вся в масле терпишь. Бизнес такой, а дети по подъездам болтаются. Вы хотите такой бизнес? Нет. Вы хотите такие деньги? Нет. Так вот, я вам скажу, место, в которое вы сегодня попали, обычно все кулики на болотиках что-то хвалят. Вот я вам говорю. Вот стоит человек, который многие вещи попробовал. Я вам говорю совершенно ответственно. Если вы включите мозги, если они у вас есть, если там не маргарины, извините за выражение, а мозги, которые ищут, где мне, где найти что-то такое, чтобы жизнь моя стала лучше, чтобы я работал для себя, для своей семьи, для своих детей, и чтобы у меня потом было свободное время, где мне за 2-3 года вырваться из этого финансового дерьма и стать свободным человеком, где мне это найти? Девочка вторая, которая стояла, слушала, говорит, вы знаете, где так, ну, в этом кармане, в магазине, вы знаете, где это? Я говорю, конечно, знаю.
Ой, придите к нам завтра, пожалуйста, придите, расскажите, потому что невозможно дальше так жить. Я знаю про семью, там говорят так, в семье. Он говорит, я каждый день почти вкладываю своим маленьким детям в голову мысль. В нашей семье все работают только на себя. В нашей семье все работают только на себя, на свою семью, на своих детей, на свою маму, папу, на своего мужа, на свою жену. В нашей семье никогда не работают по найму, никогда не работают за зарплату, никогда никого не обогащают. Мы платим честно налоги, а все остальное в семью, потому что я могу много заработать. И все в семью. Понятно? Да. Это правильный подход? Да. А у нас учат, где найти хорошую работу и отдать себя в аренду. Чтоб тебя имели там, а если тебе не понравится, вышел рублей, ты пошел, еще работу, еще работу, еще работу, еще куда, кому продаться. Вот здесь у вас не будет работы. Здесь у вас будет бизнес. Здесь бизнес без риска. Здесь наш бизнес дает вам свободу во всех смыслах. У вас будет свободное время, вы можете работать там, где вы захотите. Вы можете находиться в любое время там, где вы захотите. Вы можете научиться зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц за один год. И здесь за вами будут следить, чтобы вы правильно кушали, чтобы вы правильно следили за своим телом, за своим организмом снаружи и снутри, чтобы вы выглядели хорошо, чувствовали хорошо и были примером для других, и показывали пример, как вам надо за собой следить. То есть у вас будет и свободное время, и отличное самочувствие, и вы сохраните долго молодость, и вы победите, будете долго старость побеждать. А когда состаритесь, то вы и в старости будете, как написано в 91-м псалме, плодовиты, сочны и свежи. Кто так хочет? Ну, смотрите на меня. Я желаю вам удачи. Сегодня великолепный день. Не упустите этот шанс. До обеда будет информация. После того, когда я перед обедом и перерывом скажу слова, будет перерыв. Я заранее вам анонсирую. Вот этот перерыв, это ваше время. Если вы успеете за этот час, значит, вам в жизни повезло. Если нет, ку-ку.